Братишка, я тебе спидран принес. Брат, братан, братишка. Люди в чате, отзовитесь, как там звук, все такое. Подождем еще несколько минут. Посозерцаем, порефлексируем. В прошлый раз был, по крайней мере, с нашим участием стрим по второму Silent Hill. Он был достаточно долгим. Многие не знают, но примерно, когда я дошел до больницы, ко мне пришли соседи, жаловались на то, что я громко разговариваю. В моей квартире нет мебели, поэтому стоит дикая реверберация. Грозились вызвать ментов. Ну, стрим продолжился, конечно, да, это же все-таки мы. И сегодня мы возвращаемся. Встретимся. С вами я, Александр Друзь. Представься, пожалуйста. Хотел украсть шутку про Sailor Moon, но не знаю. Некоторые люди знают меня как Айсин. И все. Больше у меня нет имен. Отлично. А большего и не нужно. Да. Что за игра? Игра Silent Hill 3. Название нам не завезли на стрим до сих пор, насколько я вижу. А, все. Сменились. Хорошо. Итак, с чего начать? Как известно, мы уже выучили, да? Поход в театр начинается с гардероба. Спидран начинается с опции. Пожалуйста, Айсин, расскажи нам, что нужно знать и как нужно выставлять опции, чтобы не быть, скажем, нубасиком и не насасывать. Для начала, если сравнивать игру с Silent Hill 2, то особо никаких различий в клавишах управления нет. Ничего особо бинди здесь не нужно. Разве что кнопку Supplies. Ну, это для New Game Plus уже такая тема. Больше подойдет. Быстрое сохранение. Тоже биндится, что ли? Ну, они не особо здесь важны. F5, F9, все. Все, что вам нужно знать. Быстрое сохранение используется лишь пару раз в ране. Поэтому особо задумываться не нужно. Теперь субтитры. Немаловажная часть. Если вы спидраните без... Как это по-русски? Без музыки. Яркость. Выставим на семерку. Хотя, насколько я знаю, на высокой яркости там какие-то гличи происходят со светом, с освещением. Все такое. Поэтому я выше четверки обычно не выставляю. Теперь... Не туда. Следующая страница настроек. Это у нас бег. Поставьте на реверс. Обязательно. Иначе будете страдать. Но из эффекта желательно выключить. Low health. Индикатор должен быть включен. Теперь по графике что у нас? Игра известна своей такой немного кривоватой оптимизацией под новые системы и все такое. Не стоит выставлять настройки слишком высокие, но и слишком низкие тоже не рекомендуется, потому что игра все-таки должна выглядеть достойно, по моему мнению. Желательно даже поэкспериментировать, наверное, потому что на разных... Да, на разных... конфигурациях
Игра идет по-разному, у каждого свой случай, индивидуальный. Привет всем, кто подошел. Сегодня мы, наверное, будем разбирать главную категорию, просто New Game. Под конец, наверное, можно показать пару фишек из New Game Plus. Оно того стоит, я считаю. Игра Да. спидранится на изи-изи, то есть на легком уровне. Есть уровень Normal, но он, скажем так, не обязательно. Это для любителей. Наверное, начнем. Ну что ж, прерогатива первого раннера спидранить на категориях изи-изи. Насколько я помню, это был интровердер, также первый, кто спидранил третий саундхилл. Мы не возражаем. Итак, что касается первой части спидрана, господи, как лагает. Это секция кошмарного сна. Она проходится двумя способами. Либо ее можно пройти, либо здесь можно умереть, что есть быстрее. Именно это сейчас я буду делать. Да, и в первом, и во втором случае игра портирует вас дальше в шоппинг молл, в следующую локацию, поэтому нет никакого смысла бежать дальше, как-то там в муках выискивать свой путь. Проще сразу же умереть от вот этого монстра, это основная страта. Да, и вот мы здесь появляемся в... как это? Кафе? Что это? Закусочная? Не суть. В общем, 25-30 секунд это, ну, явно лучше, чем целая минута брождения по парку. И лучше я сразу выставлю настройки поменьше, ибо игра не выдерживает такого, такой скорости. Потом нужно будет ребятам показать тактику, основную тактику, как от первого монстра умирать быстрее, чтобы падать вперед. Да, покажем обязательно. Почему нет? Его лучше разобрать весь ран, а потом маленькие детальки. Да. Слушай, меня настораживают эти лаги. Думаешь, из-за скайпа? Думаю, из-за скайпа, да. Так-то давай отрубаем. Ну, вернее, я сам отрублюсь. Не-не-не, не стоит. Я сейчас могу, в принципе, сделать разрешение поменьше. Не страшно. Все-таки обучающий ран. Делай. Делаю. Скажем, так сойдет. Я надеюсь. Надо оверлей чекнуть. Еще раз. Помните, ребята, что даже в наше время игра находится в свободной продаже. Вы можете купить ее на торрентах. Это абсолютно не проблема. Konami поддерживает свои лучшие тайтлы. Легче стало. В принципе, эту игру довольно часто можно сравнивать со второй частью, так как механика не то чтобы похожа, она практически идентична. И есть очень много моментов, где эти игры очень похожи. В плане движения. Чего еще? И даже движок один и тот же, по сути. Благодаря нашим компаниям.
в одной и другой игре мы уже достоверно знаем, что движки одни и те же. Только в третий Silent Hill немножко более наполирован. Загадка я вижу с книгами. Да, первая загадка в игре, она рандомная. На легком уровне сложности здесь, на книгах, уже готовые цифры. Здесь можно даже, в принципе, их не вставлять. Сразу уже видно, какие где цифры. На среднем уровне сложности вам придется вставлять книги на полку, чтобы понять, что к чему. Ну, здесь на легком уровне, в принципе, каждая комбинация довольно-таки понятна. В данном случае это 6801. Но это требует некоторого времени, чтобы привыкнуть к такому типу шрифта, что ли. Чтобы начать разбираться и все такое. 6801. Одна. Одна-две недельки жопа часов за этой игрой. И каждый может научиться довольно быстро читать. Насколько я помню, таймер не просчитывается во время. Да, таймер стоит на месте. Тем более. Еще одна особенность этого движка, не знаю, то, что когда отключаешь музыку, то катсцены тоже идут без звука, так как они завязаны на эту звуковую дорожку, как ее назвать. Не знаю. В общем, вот просто катсцена без звука. Хотя мы убрали только музыку, по сути. И лично я заметил то, что звук катсцены пропадает только там, где есть озвучка голосовая. Еще звук радио никак не привязан к общей громкости игры. Да, да, такие же случаи все. Помнят и во втором Silent Hill, когда викторина в лифте абсолютно дико орёт из колонок. В боулинге тоже некоторые аудиоивенты не привязаны к общему звуку. Так называемые. Все мы знаем того самого программиста из Konami, который наносит ответный удар. Господи. Что еще стоит знать, например, о монстрах, то, что выключение фонарика помогает довольно-таки часто в этой игре, особенно при том условии, то, что на легком уровне сложности у вас есть автоаим, и вместо того, чтобы войти в двери, Хизер просто начнет прицеливаться в ближайшего монстра и все испортится. Выключение фонарика кое-как может помочь, так как монстр менее агрессивно. Довольно-таки неприятная механика, насколько я могу помнить. Спидранил я эту игру очень давно. Но, насколько я помню, даже если ты стоишь, уже смотришь на дверь и, по идее, уже должен войти. Жмешь пробел, игра все равно отдает приоритет выстрелу в монстра. Может развернуть аж на 90 градусов в сторону монстра. Вполне даже на 180 иногда бывают случаи такие. Вполне неприятно. Игра в целом не отличается, спидран не отличается от простого прохождения по раутингу именно в New Game категории. Поэтому, если нечего сказать, то знайте, игра движется по обычному прохождению. Да, в отличие от Silent Hill 2, здесь практически нет никакого использования гличей, чтобы наподобие Silent Hill 2 там использовался глич с быстрым сохранением, что практически руинило половину игры, половину игрового процесса. Здесь все, в принципе, очень линейно. И что-то объяснять даже не имеет особого смысла. К тому же, очень много переходов через локацию. То есть во втором Silent Hill больше представлено
открытое пространство, пространство города. Здесь же все больше локаций, локаций, и каждый раз при переходе стамина восполняется до своего изначального значения. Даже как-то и не задумываешься о том, что Хезер начнет бежать медленно. В принципе, ну, для этого есть страта сампулы, чтобы не париться насчет стамина в городе. Конечно, эпизод в городе купируется ампулой. Ребят, если вас не устраивает оверлей, то это не к нам претензии, пожалуйста. Мы сами не очень довольны, если честно. Поэтому особо не судите нас. Первый босс-файт, мы подходим к червю. Что надо знать об этом босс-файте? Он очень простой, но есть одно но. Всегда нужно делать 6 выстрелов, а потом ждать. Потому что если не подождать, он просто может уйти. И вам придется еще ждать целый цикл, пока он вернется. И это довольно-таки неприятно. Довольно забавно. Забавен тот факт, что опытным путем это было замечено, если подождать после 6-го выстрела и потом еще сделать выстрел, то он, скорее всего, не уйдет. На всех босс-файтах распространяется такое правило, что по жизни у боссов гуляет из стороны в сторону. Мы это проверяли на практике. Игра может дать вам босса с чуть меньшим уровнем жизни или с чуть большим уровнем жизни. И так, в принципе, каждый босс работает, насколько я помню. Поэтому того же червя можно убить за 7 выстрелов, можно убить за 8 выстрелов, даже за 6, да? Да, можно убить за 6, если очень сильно повезет. Даже за 6, но это большая редкость. Чистый рандом, расчет только на то, как игра вам сдаст, какие карты сдаст вам игра. Игра как у Хелфу. Да, по сути, это решает целый ран. Допустим, битва с Леонардом. Если он, скажем так, не падает после первого выстрела, все, рану конец. И в то же время я бы сказал, что этот ран более требователен именно к движениям. Второй Silent Hill более размерен, третий более динамичен. И это, на мой взгляд, когда я его ранил, на мой взгляд, это увеличивало шансы ошибиться в каких-то движениях. Решение нужно принимать гораздо быстрее. Да, модель движения, она гораздо динамичнее в сравнении со второй частью. И здесь, скажем так, гораздо больше моментов с поворотами, со вхождением во всякие двери, с интеракцией со всякими вещами, айтемами. Довольно-таки большое различие. На первый взгляд может показаться, что нет никакой разницы, если вы возьмете радиус чуть больше, но если смотреть по конечному результату уже в конце рана, то это все стащится до приличных цифр на таймере. То есть люди реально отрабатывают меньшие радиусы отхода и от разных, к примеру, айтемов или оббегания различных углов. Радиусы, наиболее короткие линии, которые можно пройти с точки А в точку Б. Визуально, даже когда ты сам спидранил и смотришь визуально, это не так бросается в глаза. Но когда ты сам спидранишь и примерно оцениваешь время, да, здесь уже видна разница. Даже принимая во внимание, что Silent Hill игры, как спидраны, являются симуляторами хождения, все равно есть какой-то скилл, который нужно наработать.
в этих играх. Именно так. Шуток про Кумыс еще не было, нет. Что я делаю? Пишите, ребята, какие напитки. Какому яду вы отдали предпочтение в сегодняшний вечер? Патроны. Патроны. Вот это важно. Составляющую этого спидрана. Огромную, я бы даже сказал, больше, чем во втором Silent Hill. Долю этого спидрана занимает именно менеджмент патронов. Где подбирать, сколько подбирать, зачем подбирать. Все очень важно. Довольно-таки недавно, ну как недавно, давно я разработал стратегию с дробовиком и расчетом патронов для него. Ну, он очень рисковый оказался. Но самый оптимальный, что ли, по времени. Поэтому здесь счет патронов очень важен. Исходит это прежде всего из того, что монстры наиболее более рандомно себя ведут по сравнению. Я опять же сравниваю с Апрем Сантилом, потому что это все, что я знаю. У меня очень ограниченный круг общения. Если во втором Silent Hill достаточно, к примеру, Эдди в пузо выдать там 5 выстрелов, он всегда будет падать. 5 выстрелов, он упал, 5 выстрелов, он упал. Там ничего другого не происходит. То здесь, я бы даже сказал, у босса больше свободы в движении в различных статах, поэтому плюс сюда же накладывается разница в хелф-пуле, которая от рана к рану сдается всегда рандомно. Да? И мы имеем такие результаты, что, к примеру, в битве с Олессой, где есть несколько фаз, в первой фазе она может там умереть за 2 выстрела, вернее упасть, может не упасть за 2 выстрела. Это все абсолютно рандомно. Естественно, если человек почувствовал себя самым бычком, то он будет, конечно, ну вот как IC, например, рассчитывать все до единого патрона, и весь ран будет проходиться на полном подсосе. То есть к концу игры уже там 1-2 патрона разница. Если потратишь больше, то можно делать ресет, потому что на главного босса не хватит, к примеру. Или на леса не хватит. Естественно, если ран идет, делается любителем, то там можно подбирать дополнительные патроны, можно не подбирать, как угодно. Да, эта часть с лошадьми перед Олессой, она тоже немаловажна. Но мы о ней попозже поговорим, как только дойдем. Ты можешь даже сделать сейв там, остановиться. Потому что это один из таких хайлайтов этого спидрана. Да. Особенно после того, как была найдена страта с пропуском анимации шотгана. Да, сейв имеется. Посмотрим. Сейчас будет коронная комната моего спидрана в целом. Комната с феном. Да, комната с феном и ампулой. Где используется трюк со стрейфом. Это такой, я бы даже сказал, не камень преткновения. Как-то порой. Есть специальное слово. Забыл специальное слово. Такое. У каждого раннера отличительная черта. Как он берет фен и ампулу. Кто-то берет сперва фен, кто-то берет ампулу, кто-то двигается дугой справа налево, кто-то останавливается, просто ротацию делает кизер. Потом 180 назад.
Да, я довольно-таки часто видел эту комнату у многих спидраннеров, но меня они особо не впечатляли своим исполнением этой комнаты. Так как, ну, лично я считаю, мой пример исполнения, он самый быстрый. Ну, неплохо получается. Поэтому я его использую. По поводу пропорций сейчас исправим. Спидраньте, ребята. Если кто-то хочет начать серию игр Silent Hill, спидранить, не нужно заниматься там, всеми играми сразу, пытаться марафонить. Это тяжело. Это тяжело. Я бы сказал, что третий Silent Hill это лучшая игра для именно вхождения в мир Silent Hill, в мир спидранинга игр Silent Hill, потому что со вторым Silent Hill там спидран начинается еще вне запуска игры. Там нужно сделать так, чтобы игра запустилась. Это уже считайте как часть спидрана. Там геморрой такой, что ой, ну это другой разговор. Порт третьего Silent Hill на ПК был все-таки сделан наиболее удачно. Хотя есть некоторые моменты, с которыми мы боремся по сей день. Даже сейчас, в данный момент. Но тем не менее, именно третий Silent Hill и его ПК-порт сделали очень достойно, идет на всех системах, отказа не будет здесь. Поэтому качайте, начинайте спидранить. Пишите именно от Симу личку, ну вы знаете, там, факс и все дела. Можно голубя послать. Я не против. Чем знаменательна эта локация? Это офисный комплекс. Хилтоп. Нужно вспомнить, чем она знаменательна. Собаки, я бы сказал, нужно всегда как ты считаешь, по звуку можно определить, где находятся собаки на этажах в этом комплексе? Да, вполне можно. Здесь позиционирование довольно-таки хорошее. Ну, звук-то главная часть спидрана. Так как, ну, за стенками можно услышать много чего. Особенно, когда камера не дает этого сделать. Увидеть врага. Я Иногда таких. это помогает в комнатах с кротами. Точнее, со слёрперами. Я их так называю. Я в свое время агитировал за то, чтобы люди прислушивались и пользовались звуковыми преимуществами во втором Silent Hill. В третьем Silent Hill точно так же нужно прислушиваться, не нужно включать, что мы любим спидранить слушать на фон Ваенгу или там Жеку. Этого не надо делать. Слушайте игру. Потому что реально сраунд в третьем Silent Hill сделан хорошо. Если во втором Silent Hill на ПК-порте звук крайне кастрирован, особенно реверберация и сраунд. Если кто-то играл на эмуляторе, потом на ПК или наоборот, то знаете различия звуки, то в третьем Silent Hill все сделано довольно грамотно. Именно на ПК. Не пренебрегайте звуком. Он вам поможет. Отвечу на вопрос Павла. Такого компьютера просто не существует. Вот и все. Стоит смириться. Это уже зависит от самой игры, ее оптимизации. Так как в ней все-таки присутствуют косяки. Но для Но обычного прохождения это не так заметно. наша первая встреча с Лорпером. Лорпер, это, наверное,
Самый-самый такой. Сам отвратительный просто. Да, самый отвратительный монстр, потому что он сбивает с ног. И поведение его довольно непредсказуемо. Зачастую Слорпер может притворяться мертвым, просто без движения сидеть. Кажется, что ты вот-вот пробежишь, по итогу насасываешь. Но... Сейчас даже продемонстрирую. Давай. Скоро. Скоро дойдем. Они, конечно, заканчиваются. В определенный момент заканчиваются. По-моему, в госпитале заканчивается. Но тем не менее, если вы серьезно думаете над тем, чтобы взять рекорд, то, пожалуй, на каждом слурпере, если вас сбили, нужно будет делать ресет. Да, и довольно болезненно. Вот Но тот, сейчас. да, вот Вот этот видите. знаменитый коридор. Если повезет, даже второй раз собьют. Нет, не повезло. Кто играет? Играет Айсин. Я просто комментирую. В качестве моральной поддержки сегодня он у меня. И Кстати помощник. говоря, говори, что хотел сказать. Не-не, ничего. Я хотел сказать, что даже по сей день находят такие маленькие детали в этой игре, которые некоторые послабления дают раннерам. К примеру, в той комнате, где нужно сжигать картину. Я помню, что очень долгое время, еще в 2015 году, считалось, что нужно метиться прямо в ведро, которое стоит перед картиной. Я на это тратил 2-3 секунды, если криво подбежал, то там, в это ведро как-то нацелиться. Потом оказалось, что можно пробегать за ведро и целиться прямо в картину. И это работает всегда. Никто не проверял до этого момента, все просто целились в ведро. Насколько я помню, Шанпак это нашел. Довольно-таки солидно получается целиться одновременно в ведро и в картину, прямо в угол, чтобы наверняка. И вот такими мелкими деталями напичкан весь ран. Кажется, что он легкий. Кажется, что здесь просто нужно бежать, жать клавиши вперед. Но не все так просто. Тем временем мы подходим ко второму боссу в игре. Он уже чуть более сложный, чем первый. Мещанин. Босс. Быстрота для него такая. Вырубаем фонарь и сразу же моментально идем в инвентарь. Что нам нужно сделать? В первую очередь экипировать ампулу, чтобы потом можно было использовать ее хоткеем. Так как использовать ее хоткеем более точнее, менее затратно, чем лезть в инвентарь уже потом на улице. Мы это сделаем сейчас. Берем дробовик и стараемся зайти ему за спину. Можно выстрелить в бок. Иногда тоже работает. И вот так он падает с трех выстрелов. Если кто-то хоть раз проходил третий Silent Hill, то скорее всего помнят, что выстрел в направлении upfront, так называемый, прямо в лицо ему не поможет, потому что он закрывается от него каждый раз. Основная страта заключается в том, что нужно быстро сориентироваться, в какое направление он начинает бежать, потому что Missionary бежит каждый раз по-разному. Ну, примерно 4-5 направлений разных у него точно есть, куда он может подбегать. То есть даже когда вы заходите в инвентарь, до того, как вы зашли в инвентарь, уже нужно приметить, куда он бежит, чтобы знать, куда вам бежать, где будет его бок находиться, потому что только выстрелив ему в бок, можно сделать так, чтобы он упал. Он падает, говорят, сейчас ты мне расскажешь, откроешь глаза и расскажешь всю правду, так ли это. Говорят, что если сделать первый выстрел и не отпускать клавиш aimlock, то есть чтобы
зацеливаться, ну, подойти, когда она опустит шотган, то можно будет сделать второй выстрел, и он не встанет. Якобы. Я понимаю, к чему то. Мне это тоже так говорили, это неправда. Можно отпустить им спокойно и подбежать. Это за... Встанет он или нет, зависит от того первого выстрела. Это важно. Зависит от того, как пули в него попадут. Точнее, какой спрей будет. Спрей-паттерн у него войдет. Если он будет максимальным, то можно спокойно отжать АИМ, подбежать к нему и прицелиться снова. И тогда он не встанет. Записываем, потом смотрим. Всю секцию города Айсим пробежал. Подам? На амп. Именно для этого нам нужна. Ампула в третьем саундхиле, так же, как и во втором, дает примерно 4 минуты полной стамины. Надел он ампулу в битве с Мишенери, потому что это единственный заход в инвентарь, где логично надеть ампулу и не тратить время. Вот еще одна загадка в игре. Это будильник. Он тоже рандомный. Все, что вам нужно сделать на легком уровне, это просто выключить его, считать цифры и ввести их в этом кейсе. Цифры довольно легко читаемые. Я даже помню, что у M1 была комбинация 0010. Да, это было возможно. Было довольно забавно. На более высоких уровнях сложности там, конечно же, никаких цифр не будет, будут стрелки. А вам нужно уже, конечно же, как это по-русски выразить, использовать свои познания в часах классических. Насколько я помню, там 24-часовой формат используется в этой загадке на более высоком уровне сложности, поэтому тупо считаем время и вводим его в кейс. Скажем так, от вас нужно будет проявить минимум аутизма, чуть-чуть добавить ваш аутизм обычный. Это можно будет пройти без проблем. Главное. Но я вижу, ты подобрал. Да-да-да. Но я признаюсь, это для меня слишком сложно. Да. Да, я подобрал автоматный магазин. Будем использовать автоматы битвы с боссом. Довольно-таки очень... спорный момент. Да, очень долгое время битва с Леннардом проводилась с помощью шотгана. Потом настали крутые времена, и ребята стали использовать УЗИ. Сегодня мы посмотрим, как это выглядит. Я уже забыл код. Вот до чего доводит аутизм. Не то. 9.1.2. Не позволяйте своему чату запоминать за вас код. Особенно марафона. В марафоне вообще чат вырубайте. Все такое. Точнее, в гонке. Насчет марафона, не знаю. Битва с Леонардом. Это тоже достаточно весомый пункт в этом ране. Можно даже сказать сплит, наверное, если кто-то пользуется сплитами. Зачастую раны заканчиваются именно на этом боссе. Точка невозврата такая. Да, у Леонарда также рандомный хелфпул. Каждый раз, каждую новую игру, каждый новый ран. И механика станлока. Что нам нужно знать о станлоке? С автоматом станлок все еще применяется, верно?
Да, конечно. Ну, там не такой же большой период, промежуток времени, чтобы он успел уплыть. По-моему, он работает абсолютно всегда, станлок, 100%, когда ты используешь автомат в Нигим плюс. Там нет уже такого рандомного момента, когда ран может просто закончиться на боссе. Там гораздо более спокойно, солидно все. В своем последнем ране, который я делал, это был New Game Plus без экстра опций. Я там вообще использовал огнемет. Вот этого я не видел. Ничего, стоит заценить, это довольно интересно. Причем огнемет был гораздо эффективнее автомата. Это так и есть. Даже когда ты используешь режим новичка, это на какую-то долю секунды все равно быстрее, чем автомат. Еще я знаю то, что после прохождения 10 звезд можно получить прокачанный огнемет. Я думаю, он будет даже получше обычного. Для ярых любителей, игры для тех, кто втянется. Кстати говоря, нужно обратить внимание наших зрителей на то, что мышка в этой игре, так же как и во втором Silent Hill, она Она активна все время, постоянно. именно так, она активна все время. Поэтому, если человек спидранит эту игру реально долго, то уже можно указатели мыши подгонять под клавиши на панели лифта вслепую. Да, Это но... не так. Это не так сложно. Но есть одно но. Эта игра в этом плане гораздо более щадящая, так как при нажатии паузы можно уже выровнять курсор. Если кто не знал, по центру экрана или куда-нибудь еще. Это очень сильно помогает на самом деле. Насколько я знаю, во втором Silent Hill он такое не дадут сделать. Да, во втором Сент-Хилле такого нет. Так, пришло время ресета. Не дай бог. Основной момент в этом ране, в этом босс-файте, заключается в том, что Ленарда нужно опрокинуть на спину, и чтобы он никуда не уплыл. Именно так. Это первое движение. Сейчас Айсин начнет работать и покажет нам, как оно выполняется. Отлично, Леонард застонвочился, куда не уплыл. Три выстрела. Вот и все. Вот и весь Леонард. Разыграл как по нотам. У меня, когда я тренировал этот босс-файт, постоянно были проблемы с прицелом автомата. Я слышал, что ты нажимал на клавишу. Специальное слово, как по-английски rapidly. Короче, быстро нажимал на клавиши, потому что автомат, он... Если ты имеешь в виду контролировал прицел, то да. Да, прицел автомата, он как бы динамичен. Его нужно. Если ты полностью зажимаешь клавишу вниз, и хизер смотрит полностью вниз с автоматом, она начнет стрелять мимо Леонарда, верно? Нужно Да, как бы верно. контролировать середину. Если, конечно, стрелять с места, то да, нужно контролировать. В принципе, для этого можно подбежать чуть ближе, чтобы, ну, улучшить шанс попадания. Мне над этим нужно тоже поработать. Опять же, У меня так используем ампулу. Так, продолжай. вторую ампулу. Ты где подобрал вторую ампулу? Так, вспомнить надо. Первая ампула подбирается рядом с
Там тут стоял бутыль с кленбутеролом какой-то. Нет. Первая ампула подбирается с феном. Вторая ампула подбирается, кажется... А, нет. Что? Аутизм прекрати. Я не помню. Вот, вторая ампула подбирается, где бутылка с химикалиями Да-да-да. стоит. Да-да-да. Именно так. Смысле. Все. Вспомнили. В итоге две ампулы используются, ни больше, ни меньше. Есть еще третья ампула. Она под конец игры в битве с главным боссом используется. Потому что если вы ее не подберете, вам конец. Вы ран никогда не завершите. Тоже обязательная часть. Третья ампула. Ампула, как Папа Римский, отпускает все грехи. Если вы где-то забаранили, чуток ран получили дэмэджа, всегда можно на определенной стадии подлечиться ампулой и восстановить Вот. жизнь. Мы ее скоро сейчас подберем. Скоро сейчас. Еще один момент, довольно интересный. Прежде чем войти в эту дверь, нам нужно подпустить клоузера как можно ближе и уже потом входить. Я сейчас объясню, зачем это делать. Итак, слышим, ключ упал. Хорошо. Еще один рандомный момент, когда ключ может просто не выпадать секунд по 20, если вы что-то делаете не так. И обычно клоузер закрывает вам все пространство, и вы не сможете пройти дальше. Но, насколько я знаю, Шанпак придумал эту страту с клоузером. Когда ты его подпускаешь, проходишь в дверь, выходишь обратно, и он уже стоит чуть дальше. И ты можешь спокойно его пройти. Довольно интересно, что при рандомной натуре всех монстров, обычно, эта страта довольно постоянная. Она даже сказать, наверное, можно сказать, что она всегда работает. Ну, если честно, есть моменты, когда ты не успеваешь войти в дверь, и он начинает свою атаку. И тогда может все пойти плохо. Потому что когда он начинает свою круговую атаку, ты выходишь и сразу же падаешь моментально. Не знаю, почему так. Но это так. Раньше все просто стреляли с шотгана. Да, я тоже так делал. Было время. Никто никого не ждал. Люди выходили из этого помещения и просто расстреливали клозера, пока он не умрет, собственно говоря. Пока не исчезнет его хитбокс. Итак, момент в игре, где субтитры важны, если вы убавили громкость музыки. Обычно здесь проигрывается голос диктора на заднем фоне, но так как я убавил все на ноль, я никого не слышу. И субтитры в этом плане мне немного помогают. И звучит довольно-таки, выглядит странно со стороны, когда субтитры просто идут, а никто ничего не говорит. Борли является, наверное, самым паскудным сегментом этого рана, но его можно пропустить, можно проходить через двери на New Game Plus, насколько я знаю. Да, можно. Над этим разработчики все-таки подумали и позаботились над игроками. Да, двери здесь закрыты, пока диктор не закончит свою речь. Нам придется стоять и ждать. Еще, насколько я знаю, если умереть после этого особняка в обычном New Game и потом проходить заново этот Борли особняк, то двери будут открыты. Это если ты нажмешь Continue потом, после смерти. Айсин, ты чувствуешь, что ты с того момента, как начал спидранить третий Silent Hill, стал реальнее по жизни? Как бы жизнь заиграла новыми красками и смысл обрела в целом. Можешь ли ты сказать стойкое «да»? Я скажу после этого коридора.
договориться. Довольно известные коридоры. Я бы даже сказал, труднозабываемые. Где нужно бежать, спасаться от красного свечения. Если оно вас настигнет, то все умрут. Похож на коридор из второго Silent Hill, когда игрока догоняет перемреговый в подвале больницы. Учится довольно легко. Так, что же ответить по поводу своего, как это сказать, становления как человека? Это я знаю, что все наши зрители, все наши 1026 зрителей, вы все ребята, я уверен, все вы живете дома, да? У вас наверняка есть дом, наверное, квартира, панелька, обычный панельный дом, да? И наверняка все чуете, да? Если вы спидраните третий Silent Hill, думать больше не придется. Хочешь сказать что-то по рану? Нет, я смеюсь. Пока что нет. Значит, вы можете взять с собой семечки или орешки, я предпочитаю орешки. Спуститься вниз к подъезду, это обычно летом делают. Наденьте треники, тапочки, и спортивные штанишки. Выходите на улицу. Орешки нужны, потому что придется долго ждать. Будут проходить девушки по разные стороны улицы. Нужно просто ждать. И вот увидели, которая вам приглянулась. Да? Не нужно ничего выдумывать, там какую-то пикаперскую формулу. Вы просто говорите: «Валя! Валя! Валя, стоять!» Она тебе: «Какая Валя?» Ты говоришь: «Валя, я Василий. Я спидранник третий сапер». Вы уже в разговоре. Вот именно для этого мы все делаем, понимаете, да? Потому и что... Айсин... Потому что третья Silent Hill — это статус. Всегда помните это. Довольно известный хайлайт третьего Silent Hill, как спидрана, сегмент с конями. Расскажи нам, как он проходит. Сегмент с конями. Довольно-таки сложно на словах объяснить. Но он проходит в несколько этапов. Первый этап — это когда проходит некоторое время, прежде чем лошади начинают двигаться. Когда лошади начинают двигаться, вам нужно их убить, как бы странно это ни звучало. После того, как вы их убиваете, проходит еще один этап, прежде чем они опять начнут двигаться. Короче... Чтобы пропустить этот этап и не тратить внутриигровое время, можно просто зайти по меню сохранения. Я думаю, товарищ Бигман объяснит гораздо лучше, чем я. У тебя есть сохранение? Да, есть. Вот, отлично. Мы потом разберем пошагово. Пока что смотрите и впитывайте. С первого раза этот ран, этот сегмент, очень трудно понять. Довольно сложно объяснить. Я уже его забаранил. Ну ничего. Иногда рандомно начинают двигаться лошади, в зависимости от фреймрейта. Но я думаю, люди сами все видят. Почему его трудно объяснить? Потому что в успехе этого сегмента играет очень много... Сейчас я забыл какое-то слово вставить. В общем, здесь играет очень много различных техник. Имеют свою роль. Вот. Это техника скипа анимации шотгана, да? Первое. Да. Ей нужно владеть, ее нужно тренировать. Второе, это нужно знать, как скипать циклы. С помощью быстрого сохранения, меню быстрого сохранения. И третье, это, собственно говоря, знать паттерн того, как двигаются кони, и что делать, если они двигаются не так, как нужно, не так, как ты ожидаешь. Чтобы все это вместе скомпоновать и
исполнить. Требуется очень долго тренировок. Потом пошагово все разберем. Сейчас битва с Олесом. Довольно-таки несложная битва, если ее выучить. Просто подходим, скипаем анимацию шотгана, два выстрела, и она лежит. Все. И так еще три раза. Каждый этап, каждый цикл, у нее новое оружие, от огнестрела до трубы. Иногда Олеса может убежать от вас, и это тоже все испортит. Иногда она у вас может выстрелить, это тоже все испортит. Все зависит от рандома. Иногда она даже может вас ударить успешно. Один момент, если вы в каком-то из этапов сделали три выстрела, это ничего страшного, это наоборот даже в плюс нам добывает, потому что Олеса в финальном этапе может гораздо быстрее умереть, так как общий урон, он никуда не девается, он остается. Ну, я как обычно все забаранил. Правда, что если спидранить, сидя в желтом пиджаке, то она быстрее умрет? Я так вам не слышал, если честно. Мне надо попробовать. Ходит малого. Четырехфазная битва с Олесой. Я бы даже сказал, не самый большой головняк этого спидрана. Наверное, самая большая проблема, что можно потратить патроны или элементарно. Ну да, потратить больше патронов, чем надо. И не закончить босс-файт. Потому что вот здесь будет человек-мишлен сейчас. Вот. Господи. Человек-мишлен крайне опасен. Еще один момент с автосохранением. Ну, по сути, единственный в игре. Как мы видим, здесь есть секция с призрачными шагами. Они нас ведут к потайным проходам. И пока они не пройдут до конца, мы ничего сделать не сможем. Вот как видим, они дошли до конца, появилась дверь. Хизар догадалась то, что можно отодвинуть картину. Но если мы сделаем перед всем этим быстрое сохранение и загрузимся, то нам ничего не придется ждать. Это уже все будет скипнуто благодаря какой-то механике в этой игре волшебной. Быстрое сохранение разрешено в двух случаях в этом ране. Оба случая, чтобы скипнуть шаги. И все, больше не разрешено. Ходит разговор о том, чтобы разрешить быстрое сохранение в самом-самом начале перед клоузером. Потому что ресетить постоянно это не комильфо. Нужно заслужить справа, быть на первых местах. Справками от проктолога. Это... Все-таки не просто так мы работали, не просто так и существуют правила. Если мы помним пятичасовые сессии на наших стримах. Ну, на самом деле это звучит, наверное, разумно. Разрешить скип первого босс-файта. Мне даже иногда стремновато, что я нашел эту страту. Потому что все вынуждены теперь охотиться за теми двумя-тремя секундами, чтобы побыстрее умереть. Что теперь? Народ отчаянный. Второй раз применяем быстрое сохранение. Народ настолько отчаянный, что придумали категорию normal-normal.
Для этой финальной локации мы подбираем карты Таро, чтобы открыть финальную дверь. Вот что мы сейчас, в принципе, и делаем. На финальной загадке таймер не просчитывается. Можно потупить. Попить к мысу. Открыть сайт, если вы забыли решение. А я, когда я ранил, я не знал, что таймер не просчитывается. Всегда старался там дрожащими руками как можно быстрее выставить. Довольно полезно в этой комнате включить фонарь, так как здесь уже не важно, атакуют вас монстры или нет, они атакуют вас в любом случае. Просто двери вы не видите без фонаря, и можно очень легко заблудиться. Вот эта комната с школьным антуражем и стоят парты, она очень показательна в том плане, что в третьем Silent Hill хитбоксы всех объектов, они гораздо больше, они как бы оверсайз самих да, текстур. Такое. По сравнению со вторым Silent Hill. Например, я, когда привыкаю ко второму Silent Hill и оббегать углы, именно во втором сэмпле, я не могу долгое время того же делать в третьем сэмпле, потому что я постоянно врезаюсь в этот невидимый хитбокс, потому что он чуток больше, чем сама текстура, по сравнению со вторым сэмплем. И это очень такие довольно странные ощущения дает. Но, тем не менее, день-два потом привыкаешь. Мне, кстати, какое-то время казалось то, что это хитбокс самой Хизо такой крупноватый. Казалось не так. Вот в той комнате, где стоят парты, это кажется, что ты там входишь, легко проходишь. Там реально очень узкий коридор, где, когда можно пройти и не заслоудауниться. Вот она, та самая загадка. Для каждого уровня сложности свое решение, соответственно. Видите, да, вальяжно вставил. И вот еще и... один коридор, довольно-таки сложный в поворотах, непредсказуемый. Его очень сложно выучить на самом деле. Плюс нервишки пошаливают уже к этому моменту. Есть такое. Итак, финальный босс. Что о нем сказать? Наверное, стоит начать с техники, как делается первый выстрел. Первый выстрел довольно-таки очень простой. Он самый простой. Подбегаешь, эймишь и стреляешь. Все. Он падает, стреляешь ему в лицо. И повторяешь. Ходит молва, что нужно выжидать определенную паузу, чтобы Хезер могла иметь возможность прицелиться. Да, есть такая. Как ты сейчас видел, она прицелилась ровно, а потом уже вверх. Да. То есть даже... Я разработал некий тайминг. К сожалению, не был принят в оборот. Это когда ты нажимаешь быстро прицеливание, а потом нажимаешь его еще раз. И тогда ты 100% попадаешь наверх. То есть проходит некий тайминг между первой анимацией прицеливания и вторым. И за это время можно, в принципе, спокойно, стабильно прицеливаться наверх. У этого босса довольно обманчивая анимация, когда босс поднимается с колен опять в полный рост, создается ложь. Впечатление, что уже можно стрелять, и обычно новички именно на этом моменте и горят. Подходят, начинают быстро-быстро прицеливаться, а прицеливаться еще нельзя, потому что какая-то там анимация еще проходит у босса, даже когда он встал в полный рост. Есть определенная задержка. Каждый с ней борется по-разному. Кто-то просто учит по ощущениям. Вот Айсин такую технику разработал, да, когда можно брать за такой референсный поинт холостое прицеливание, да, и уже на втором прицеливании чисто, делать выстрел. Чисто за тайминг, да. У каждого по-разному.
Сейчас мы, наверное, с лошадьми поговорим более. Давай поговорим. Я бы хотел, чтобы ты рассказал прежде всего, как делается скип анимации у шотгана. Где у нас было? Допустим, здесь. Дробовик-то тут есть. Нет, не тот сейф. Не спрашивайте, что за костюм. Не стоит. К сожалению, без скипа анимации уже никуда. Если кто-то захочет ранить эту игру, придется выучить, как это делается. Мозг не сразу до этого доходит, но минут 10 понажимаете клавиши, поймете, как это делать. Довольно легкая техника, ее нужно увидеть просто. Поехали. Что за костюмы в этой игре есть? Много, ведь там много костюмов, да? Да, Дополнительно. немного. Так, вот дробовик. Как делается скип... Про костюмы чуть позже. Как делается скип-анимация? Самый простой пример. Вот как проходит обычная анимация. Хизер целится, стреляет. Скип анимации можно произвести таким путем. Прицелиться, моментально нажать кнопку блока. То есть shift, то есть бег, как у вас это забинджено. То есть прицеливание, блок и сразу стрельба. Вот так. Собственно, так анимация прицеливания скипается. И можно моментально выстрелить. Это требует некой практики, довольно-таки длительный процесс. Работает практически со всем оружием, огнестрельным, ближнего боя. Даже продемонстрирую на чем? На пистолете. Хотя здесь не особо разница есть. Но все же есть небольшая. Это играет ключевую роль в таймингах между выстрелами, так как если не использовать скип-анимации, противник может просто уйти, например, Леонард. Если вы слишком долго тупите над ним, то может просто ничего не получиться. А я бы даже сказал, что именно этот трюк позволил практически во всех босс-файтах и в сегменте с лошадьми сократить тайминг. Да, особенно лучше тех, это не менее важно. Всего-всего-всего. Как только это было открыто, сразу же пошли перестройки всех босс-файтов. Сейчас покажу с автоматом. С автоматом тоже немаловажно эта анимация, если он у меня есть. Также огнемет, все такое. Вот это было с анимацией. Вот это был скип анимации. Видите, стрельба идет моментальная. Я думаю, здесь все предельно понятно. Теперь идем обратно к лошадям, если они еще остались. Если я правда не запорол сейф когда-то, и он у меня есть. И теперь, когда мы обучены этому трюку, можем переходить к более сложным субстанциям. Боюсь, я скипнул без дробовика. Может, рядом там есть какой-нибудь сейф? Не спешим. Я просто вспоминаю, может здесь? Нет, это ист, не то. Нет. Мы можем устроить модное голосование в чате. Хотите ли вы посмотреть
еще на ран Айсина, чтобы он добежал до лошадей и рассказал нам, нубасикам, например, неграм, как это делается правильно, я бы посмотрел. Или же мы переходим к New Game Plus фишкам. Я все-таки считаю, что нужно, даже если нет сейва, добежать и разобрать детально. Вот. Давайте, ребята, ставим плюсы в чат. Я могу сделать так. Мы начнем New Game Plus, покажем фишку одну. И мы так дробовик подберем. Думаю, подберем. Заодно подберем дробовик и проверим лошадей. Как ты смотришь на это? Поехали, поехали. Скажи, за сколько бы ты спидранил на вебку в костюме? Как называется? Принцесс Харт. В костюме Принцесс Харт. Прям с вебкой. Чтобы ты меня спидранил. За сколько? Ну, если честно, не за сколько. Просто нет. Я бы отказался. Нет, да. Держал. Наверное, мог бы второй Кариной стать. Я думаю, меня бы не так поняли. Так, что касается New Game Plus. Увеличивает. Саймон Павел, для ПК-версии еще не нашли. Скоро все будет, скоро. Ну, можно найти. New Game Plus. Что касается New Game Plus, в первую очередь, опять же, начинаем с настроек. Каждый новый New Game Plus ран начинается с настроек обязательно. Независимо ни от чего. Переходим на вторую страницу. Включаем Beginner Mode. Обязательно. Это не то, чтобы обязательно, но более разумно в данной категории. Я по незнанию первый раз этого не делал. Чем отличается New Game Plus от обычного New Game, это тем, то, что здесь сразу же скипается кошмарный уровень. Мы сразу же начинаем с закусочной. У нас уже открыто бонусное оружие, например, бесконечный автомат. Различные костюмы. Хотя не особо-то это и костюмы, это просто джинсы и различные майки. Например. Например, вот так вот. Оно влияет на ран. Оно определенно влияет на ран. Включенный Beginner мод дает нам довольно-таки сильное преимущество над боссами, всеми противниками. Соответственно, это гораздо больший таймсейв. Еще одно главное отличие от обычного New Game — это очень интересный момент. Наверное, единственный во всей игре. Ты уже начал говорить про тот самый момент? Да, про тот самый. До него, потому что не очень далеко. Главное не забарынить инвентарь и знать позицию вещей. Всем, кто любит такие сочные, да, сочные горячие вокзальные фишки, вот такие спидраны out of bounds, приготовьте, пожалуйста, полотенце бумажное, потому что сейчас все будут малафить в чате. Я готовился. Неужто вы думали, что ран такой невинный? Нет, нет.
стоит не забывать выравнивать курсор перед этой загадкой, потому что он обычно сбивается. Жаль, наверное, что это единственный момент, где можно использовать, где вообще можно выйти как-то стабильно выходить за пределы локации. Все знают это известное видео, по крайней мере. Ты точно видел видос, где человек Мишлен бьет Хизер, и она вываливается за границу локации. Да, я что-то помню такое. Да, подлинно, конечно, неизвестно, как на что завязаны коллизии в этой игре, на FPS, на что-то еще, на анимации, или то есть какая-то из анимаций, какая-то стадия анимации падения Хизер позволяет пройти через стены, потому что такой эксперимент мы тоже ставили во втором Сандхилле, правда, но ставили. Такой момент есть, на который. Играем на ПК. Да. Был один эксперимент забавный, когда я стрелял в монстра, монстр начинал падать, я останавливал игровой процесс, блокировал его анимацию падения, и он зависал в процессе падения. И в таком виде, в дерганом, дергался, ну как бы хотел упасть, но я ему не давал упасть, потому что это был адрес, который контролирует анимацию, блокирован. И его можно было сквозь стены двигать, перемещать. Поэтому, возможно, и в анимации все дело, не только в FPS. Так, вот он, момент истины. Стоит сначала показать или сначала объяснить? Давай покажи. Ну, хорошо. Пожалуй, скипнем катсцену. Не будем ее досматривать. Кому интересно, загуглите. Princess Heart. Да, и довольно-таки часто бывает то, что не получается сделать этот глич. Есть очень маленькое окно, очень маленький таймер, в который нужно попасть. У меня он самого с первого раза получился лишь один раз. В былые времена. Как вы можете уже видеть, здесь нет никакой стенки. Локация закрыта лишь триггером. Итак, вот оно. Что нам это дает? Поворачиваем 90 градусов направо и бежим. Угол поворота, точнее скорость бега, зависит от угла поворота. И это очень важно. Если мы бежим слишком медленно или слишком быстро, мы бежим не туда. Скорость должна быть средняя. И куда мы прибежим, сейчас вы видите. Подождите, это еще не все. Сейчас вы узнаете, что мы скипнем. Торговый центр. Да, вот таким образом мы скипаем целый кошмарный торговый центр и босс-файт с червем. Это примерно 5 минут ходьбы. Можно даже слышать то, что мобы не отдеспавнились, они до сих пор там. Обычно их нет при нормальном прохождении. Но они вон ходят себе. Довольно-таки интересный скип. Я бы даже сказал, отличный. Замечательный скип. Он также работает на PlayStation 2, если вам интересно. Никаких проблем не составит вам его сделать, если вы, конечно, знаете, как его делать. Как он работает? Он работает путем триггера катсцены в самом триггере, что ли.
переходы из локации в другую локацию. Сложно объяснить. Но игра сходит с ума, когда происходит такой конфликт. Товарищ Бигман, попробуйте объяснить получше, чем сделал этот я. Я считаю, вы хорошо объяснили. Например, я, например, понял. Ну, то есть, этот бонусный костюм, когда вы его надеваете, проигрывается катсцену. Эта катсцена, собственно, проигрывается в триггере перехода между локациями, и игра сходит с ума и посылает вас out of bounds. Главное сделать шаг с нужной точки. Шаг вперед. Этот глич, в принципе, можно назвать frame perfect. Так это называется. Идеальная рама. Это глич серии. Идеальная рама. На других лестницах. Пробовали ли на других лестницах? Потому что я точно помню открытые лестницы. Но... Лично я. Вот как раз здесь. Лично я когда-то стримил, я пробовал все лестницы, все переходы, даже улицу. Некоторые out of bounds представляют из себя сплошную темноту. Там бывают некоторые отдельные комнаты, в которые можно упасть. Но даже иногда со страшными звуками, непонятными. Половина случаев просто крашит игру. Кстати, одно важное замечание. Никогда не тушите окурки в обе стороны, когда вы out of bounds. Это крашнет игру. Я имел в виду стрейф и разворот на 180, если кто помнит. Интересно, я этого не знал. Да, вот так. Вообще, вот. Это довольно большая удача, что триггер прохода на следующую локацию в этом центре торговом, он распространяется на уровень ниже, чем сама локация. То есть по Z-уровню он на уровень еще ниже распространяется. Мне кажется, это потому, что мы делаем это на лестнице. А точнее говоря, где-то посередине между локациями по высоте. Я думаю, в этом дело. Это все еще остается вопросом, потому что даже, ну как даже я, это слишком, слишком хорошо звучит. Я, например, с тем, как игра выставляется за этот уровень, не разобрался здесь, потому что если в памяти игры найти координаты, по которым может двигаться, к примеру, Джеймс или Хедер, да, то можно свободно двигать по X, Y, но Z ничего не будет делать с ними абсолютно. То ли это как-то с гравитацией связано, то есть, которая обрабатывает, к примеру, падение гильз на землю, может быть. Что-то, какой-то там костыль я чувствую, то есть Konami Coder, он все-таки опять нанес ответный удар. И пока что с этим я не разобрался. Ну, довольно-таки неразрешимый вопрос. Повторю третьим Silent Hill. Я играю на клавиатуре и мыши. Многие играют просто на клавиатуре. Некоторые играют на геймпаде. У меня вот такой вот, скажем, уникальная комбинация. Потому что я использую мышь на все 100%. Я использую ее для прицеливания, для взаимодействия с предметами, с дверьми, со всем прочим. Клавиатуру я использую для движения. Мышку для взаимодействия. Ну, лично мне так удобнее. Еще иногда мышка помогает корректировать поворот слегка, когда клавиатура этого не позволяет. Она слишком такая деревянная, что ли.
На геймпаде я бы не рекомендовал спидранить эту игру, либо какую-то еще игру из серии Silent Hill. Игр, наверное, применительно к этим играм клавиатура и мышка или связка этих контроллеров, клавиатура и мышка девайса, все-таки предоставляет большие возможности по контролю за персонажем. Сайлент Павел, ты чего? Я думал, у первого Silent Hill движок совершенно другой. На данный момент все, что я могу сказать, это то, что второй и третий Silent Hill точно сделаны на одном движке, и скорее всего второй Silent Hill сделан на движке Metal Gear Solid 2. Это пока что все, о чем я могу утверждать с уверенностью. В других играх не копался, ни в первом, ни в четвертом. Четвертый, он мерзкий, просто четвертый Silent Hill мерзкий. Именно вот в плане того, как сделан вот, движок, и ты в нем копаешь, он постоянно крашится. Я как-то раз я в нем копался, я потом пошел, как Эйс Вентура, сжег свою одежду, потом в душе голый, потом плакал. После 5 часов копания. Я это дело удалил. Он серьезно, он настолько криво сделан. Такой душный. Вот не то, что третий и второй, да. Павел, ты насчет первого Silent Hill серьезно? Кстати говоря, я вычислил тимлида, который работал над вторым Silent Hill'ом. Он больше не занимается конкретно программированием. Он ушел в менеджмент, но он есть, он жив. Есть его анкета, можете засрать ему анкету, кораблей накидать. Дышки копаются у нас с Cheat Engine, Hex-редактором. Нашел Team Leader, ну, об этом все, кто спидранец, в принципе, знают тимлида, который делал порт второго Silent Hill. Второй Silent Hill портировала компания Creature Labs в Англии. Человек по имени Дин Калвер. Его я тоже нашел. Он даже подписался на меня. Я ему засрал всю личку, он так и не ответил. У меня есть к нему вопросы некоторые. Но я пока что... Придется как-то сделать выезд в Англию. Каким-то, ну знаешь. Надо письмо послать, бумажное. Какой все? Паяльный ректальный метод заставит рассказать обо всех тонкостях портирования. И зачем они сделали так, а не иначе. Так что собираем делегацию в Англию. Готовьтесь, поедем в Англию на следующее лето. Есть слухи о том, что MGS 1 и Silent Hill 1 на одном движке. Не имею понятия. Слухов. А разве не все игры, не большинство игр сделаны на одном движке от Konami хотя бы того времени, 90-х годов? Наработки хотя бы должны быть одними и те же. Понятия не имею. Это в моем понимании это спекуляция будет, но, наверное, так. Зачем тратиться на новый движок? Вон, разрабы игры серии Якудза, если кто-то играл, потратились на полностью новый движок, вбухали какие-то огромные средства, бабла там отстегнули столько, а в итоге получился дикий, например, высер, который никому не зашел. Убогое движение 2D-шное управление. По типу того же Куону.
Вот, и тогда все просто там на уши встали и поняли, что движки разрабатывать это, в принципе, не очень весело с нуля. Реально боги. Я думал, вот я сперва думал, что четвертый Silent Hill в мою жизнь печалил. Вот потом я вспомнил серию игр Якудза. Особенно первая, вторая, да. Тут серьезный конкурент. Не стесняйтесь задавать свои вопросы насчет рана. Да, задавайте свои ответы, а то в эфире молчание. Да. Я бы сказал еще такой момент, осветил такой момент. Вы можете зайти на сайт speedrun.com, там в разделе ресурса под категорией Silent Hill 3 и вообще игры Silent Hill скачать можно по прямой ссылке таймер. Верно? Верно. Потом есть и конкретно таймер Шанпака. Потом есть плагин в Лайфсплите для третьего Silent Hill. По-моему, уже в самом Лайфсплите встроен плагин. Уже в релизных версиях. Отлично. Да. Лайфсплитом можно пользоваться. Также можете новейшую нано-разработку имени IC на меня и Heartbeat'а попробовать. Стабилизатор FPS. В игре тоже лежит speedrun.com по прямому доступу. Стабилизатор не стабилен, я так скажу. Звучит противоречиво, но это так. У кого-то он заработает, у кого-то нет. Так, патроны я не буду выбирать. Это актуальная проблема у этой игры. Иногда случаются просадки с 60 FPS до 30. Мы с этим боремся. Бригада санитаров в лице меня и Айсина с этим борется. Применяемых ОБ в игре один. Больше нет никаких. Пока что не нашли больше. И вряд ли будет. Может, кто-то еще борется, не знаю. Я честно не знаю. Не хочу никого обидеть. Ну, мы говорим по факту. Ну, есть еще тот про человека Мишлена. Он может быть полезен. Наверное. Ни разу не упал. Сказка просто. Довольно хороший показатель. Но булочки расслаблять все равно не стоит. Потому что слорперы еще будут выполняться. Да? Еще один момент. В том коридоре спавнится собака. Если вы не выключите фонарь, она даст вам по лицу. И, возможно, даже собьет вам автоаим, и вы не войдете в дверь. Народ, наверное, сейчас задается вопросом. Какого черта я не держу первое место и спидраню эту игру здесь? Блин. Нет, стабилизатор это вполне полезный тул. Но если он работает неправильно, его использовать не стоит, так как иногда он ускоряет игру из-за периодических лагов. Такое бывает. Заморачиваться все равно надо.
Пробовать надо. Ну, в принципе, если есть тулы, которые помогают в производительности, а не в самом спидране, то их можно использовать вполне. Здесь используем skip анимации, как видим, вполне успешно работает. Сейчас будет сегмент, где нужно бежать до больницы. Здесь тоже используется ампула, вот как раз и здесь. Как раз только что я экипировал. Я ее в последнее время использую прямо в конце босс-файтов. Не знаю почему, но можно использовать когда угодно. Главное, чтобы не слишком поздно. Есть такая особенность у ампула. Неважно, сколько катсцен пройдет, сколько времени пройдет, ампула будет работать, даже если вы ее использовали в босс-файте. И она будет работать дальше, на улице. То, что после миссионера, после Леонардо, это не важно. Правильно сделано, таймер просчитывает вне игрового процесса. Имеет вне перехода. Это правильно. Может быть, такой сейчас будет долгий сегмент. Давай послушаем Азиза, например, включим. Потому что в этой локации уже все было сказано. Почему бы не преисполниться? Ну, если ты меня обделишь ссылкой, то я, пожалуй, сделаю это. Нет, ребята не оценят. Этот костюм дает плюшки, если использовать бонусное оружие. Нет, я не покажу, у меня нет сейва, к сожалению. Локально у себя еще. Однажды ко мне на стрим пришел знакомый моего друга. Он оказался из Болгарии. Я тогда делал спидран второго Silent Hill. Я не мог не ухватить этот шанс. И снабдить мой стрим нужным саундтреком. Я его больше не видел на своем стриме тогда. Кстати, недавно меня осведомили о новом трюке. Я сейчас его покажу. Это с этим лифтом. Прикол в том, то, что можно затриггерить вход в лифт по этой стене, не делая поворота. Это достигается каким-то определенным углом. Об этом мне поведал Макси Лупс, знаешь такого спидранера. Конечно, знаю. Он сделал это совершенно случайно. Не знаю, как этого сейчас добиться, но я уверен, это можно сделать попозже. Я тебе скажу, что много различных таинственных вещей происходит. Я думаю, каждый там хоть раз и сталкивался. У меня, когда я спидранил на плойке сценарий за Марию во втором Silent Hill, может быть, помнишь, когда спускаешься с чердака, там проигрываются две фразы от дочери Болду. Вот, и у меня получилось, ну, вернее, наверное, будет лучше сказать, у игры получилось скипнуть одну из реплик. То есть она просто не проигрывалась. Одна реплика проигралась, и я смог выйти из... То есть пока реплика не проигрывается, дверь закрыта, да? Да, и нужно выслушать две реплики. А была только одна реплика. Правда, я врезался в стену. Я спускался, врезался в стену. Ну, может быть, с этим что-то связано. Но, тем не менее, вторая реплика не понадобилась.
И это было у меня всего лишь один раз за вообще все время, что я спидранил этот сценарий. Довольно интересно. Кстати говоря, хитбоксы на этих кнопках. Они как будто не круглые. По ощущениям. Как будто у них некоторые. У каждой кнопки как будто своя секция квадратная. Кажется, они так. Они по-любому не круглые. И во втором Silent Hill они больше. Кажется, что все ассеты взяты со второго, из второго Silent Hill в больнице именно. Как есть, просто скопировано, но они на самом деле как-то перерабатывали хитбоксы другие. В третьем Silent Hill на этих кнопках хитбоксы точно меньше, чем да, во втором. Довольно проблематичные сами по себе. Рекомендуется также использовать небольшой DPI на мышке, чтобы взаимодействовать с этими кодовыми панелями, так как очень часто можно промахнуться по кнопке. Зачем ввели сохранение в меню для ПК-версии? Чтобы спидранить с гличем. Очевидно. Вообще это такая тенденция была тех времен. Быстрое сохранение в ПК-играх. Это вполне нормально. Во втором Silent Hill я, наверное, соглашусь с тем, что быстрое сохранение, оно нарушает какую-то сюжетную линию, потому что Джеймс все-таки должен ходить от этих красных табличек к красным табличкам. Что это важный элемент в игре. Быстрым сохранением их можно просто пропускать все. А там важные реплики, когда она сохраняется. С точки зрения сюжета, да. Кстати, ты наверняка в курсе то, что если не сохраняется почти всю игру, то Джеймс просто перестает взаимодействовать с красными табличками. Он спрашивает, что это такое, и дальше идет по своим делам. Ты ведь сталкивался с таким? Нет, не сталкивался. Я точно знаю, как раз и навсегда убить систему сохранения во втором Silent Hill, когда происходит процесс сохранения через табличку красную, нужно нажать быстрое сохранение и затем считаться. Это полностью убьет всю систему сохранения, что быструю, что простую. Нужно только переустанавливать игру. Довольно простой метод, но весьма эффективный. Но не судьба поймать момент. Ладно. Но будьте уверены, что такое возможно. Попасть в лифт с этой стены, не поворачивая. Интересно было бы посмотреть, как представлен триггер для дверей и лифта. Если он представлен простым крестом, то он может двигаться из стороны в сторону. Те, кто достаточно долго бродил в реальной версии второго Silent Hill, есть дебажное меню, и можно включать отрисовку геометрии. Там можно увидеть, как триггеры и крестообразные гуляют чуть-чуть из стороны в сторону. Хотя есть сомнения у меня, что на дверях триггеры выглядят по-другому.
битва с Леонардом будешь исполнять просто с автоматом? Да, я шотган буду использовать только на лошадях. Немного забаранил, но ничего страшного. Страшно будет в нормальном ране. Используем хоткей на ампулу по классике. По последней информации, просадки FPS не завязаны на тумане. Наша бригада санитаров это выяснила буквально на пару дней назад. Я еще нашел отключение фильтра шума. А шума Где-то. какого? Он Noise разве effect. он в меню выключается тоже сам? Вот отлично. Я его нашел в самом Cheat Engine. Вообще понять, то есть в таблице, которая у меня была, я его когда-то нашел. С ним еще нужно попробовать. И желательно найти туман, который на горизонте закрывает край локации подгружаемый, его еще отключить. И посмотреть тогда, что случается. Хотя просадки одни и те же. Но, кстати говоря, я буквально вчера копался в этом деле в памяти третьего Санхила, да? И я выяснил, что можно туман просто выключать, именно видимость тумана, но он просчитываться все равно будет. То есть все каунтеры, которые там есть, которые считают этот туман, да, отвечают за него, они все равно будут работать. И затем есть другие переключатели, которые выключают эти каунтеры. Это две разные вещи, я только уже под ночь это заметил. Поэтому нужно будет еще поработать в этом направлении. Ты еще упоминал скорость движения. Можно ли ее вообще на минимум занизить, чтобы она стояла, чтобы туман вообще не двигался, если уж про просчеты говорит, идет речь? Нет, скорость, она на минимум выставляется, но туман все равно. Если ее поставить на минимум, туман все равно будет двигаться. То есть минимум это стандартная скорость тумана. Его нельзя остановить, к сожалению. По крайней мере, я такого контроля не нашел там. Может, только увеличить скорость или вернуть обратно стандартную скорость. Да, демонстрируй мне геймплюс, а не процент. И не персент. Если по-человечески. Кстати, момент в этой локации. Ключ стопроцентно выпадет быстро, если пройти в эту точку, сделать разворот и потащить за собой камеру. Это должно не сработало. Наверное, потому что я ушел раньше. Точнее, два раза ушел. Но в обычных ранах это работает 100%. Если утащить за собой камеру, то ключ упадет гораздо быстрее. Многие этого не делают. И пока еще об этом никто не знает, я это недавно узнал сам. Довольно такая необычная локация, как раз для любителей пощекотать то самое место. Потому что ключ действительно выпадает абсолютно рандомно, но я тоже, наверное, соглашусь, что выпад ключа зависит от положения так называемых вторых глаз, то есть камеры, через которую мы смотрим на Хилдер, скорее всего, да, когда она разворачивается спиной этой, к месту, где должен быть ключ. Тогда происходит выпадение. По крайней мере, мне так кажется. Естественно, никаких доказательств у нас нет, но это хоть в какой-то степени объясняет происходящее. Ну, 10 ранов из 10 у меня все время был успех. Потому что если игрок будет видеть этот угол камеры, то ничего точно не выпадет. Говоря, кстати, о нойз-фильтре,
Ты нашел что-то подобное, что было во второй части? Как будто белый шум. Нет, белый шум применялся конкретно для сцен с телевизором, Но он когда... ведь... С виду он совершенно другой. Если сравнивать тот белый шум и шум с телевизором. А это именно был пресет для noise фильтра. Таких пресетов не нашел в третьем саундфиле. Причем там был еще пресет, то есть там есть, к примеру, когда включаешь noise фильтр, да, 1 байт контролирует интенсивность, там от 0 до 255, все просто, да. 2 байт контролирует пресет, и там идет там, 0, не работает, 1 работает, потом 2 пропуска, 3 пропуска, 4, вот этот там, статика на телевизоре. И еще там что-то, а дальше крашит. То есть, может быть, там еще какие-то пресеты планировались. Или, может быть, как-то можно включить. Это довольно странное распределение. Некоран мне недавно писал в комментариях, отбомбил, что он нашел регион памяти, который переключает костюмы на хедер в третьем Silent Hill. И он сказал, что там есть рейндж на байте, который... в котором должны быть еще костюмы, которых в игре там нет. Если он говорил про ПК-версию, то так и есть. На PlayStation 2 версии костюмов больше. Вот, скорее Если... всего, речь. Костюмы, насколько я знаю, они от журналов игровых. Наверное, там были особенные издания какие-то. Я не уверен насчет этого. Издания игры, я о ней говорю. Но с ПК-версией это все никак не связано, у нее здесь всегда было ограниченное количество костюмов.